Привет, друзья! Рада, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Кристина. Вы на канале Крисан. В сегодняшнем видео хочу показать вам свою бьюти-посылку. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Я совсем недавно познакомилась с таким бьюти-сервисом, как InstaBeauty. Это коробочки, сумочки, не знаю, в общем, это посылочки со средствами, которые сделают вас лучше, краше, и вы будете нравиться себе еще больше. Это бьюти-коробочка с масками для ножек и ручек. Я обязательно под видео оставлю вам все контакты. Это группа ВКонтакте, если найду. Сайт и, конечно, Инстаграм. Я нашла эту бьюти-почту в Инстаграме именно. И там я познакомилась с этим проектом, почитала, посмотрела, и мне очень понравилось. У меня эта коробочка, масса, как я вам уже сказала, для ножек и для ручек. И сейчас мы с вами ее посмотрим. Здесь такая оранжевая сумочка с бордовым бантиком. И сделано это все на липучке. Очень классное оформление. И давайте посмотрим, что у меня было в наборе. Первое, что я увидела, это замечательную открытку, которую можно, кстати, подарить на 14 февраля было. Вообще, у InstaBeauty основным персонажем является совушка. И у меня здесь на открыточке две совы. Я подозреваю, что это такие открыточки на заказ. Все сделано, кстати, в пленочке. Вот. Я просто не хочу пока убирать, видите? И пусть пока у меня в таком аккуратном виде будет, подпишу, обязательно кому-нибудь подарю. Но вообще было очень приятно увидеть такой маленький бонус. Дальше хочу вам показать, что обязательно к такой коробочке прилагается лист А4, на котором на русском языке написаны, для чего каждый здесь мешочек, пакетик, для чего каждый продукт. И обязательно тематика коробочки. Все эти масочки, на них нет ни одного русского слова, есть только пара английских, и то не на всех. И давайте пробежимся, я вам немножко расскажу про коробку, про саму. Коробочка называется «Почистим перышки». Что это значит? InstaBeauty предлагает коробочку для идеально ухоженных ручек и ножек. Мы хотим этого добиться, и поэтому набор InstaBeauty «Мои перышки» с масками для рук и ног. Специально для меня, ну, или для вас. В наборе 6 масок. Каждую из них можно использовать несколько раз. Плюс крем для рук, секрет Кей и несколько пробников отличных средств для тела. Целых 10 средств для того, чтобы порадовать свои перышки. Я, если честно, очень плохо читаю по-английски. Буду показывать. Все первое, это масочка для рук. Это инновационная маска для рук. Содержит высокую концентрацию специальной сухой эссенции, которая под воздействием температуры тела постепенно растворяется. Масло ши, сок алоэ, экстракт портулака и так далее. Куча всего. Здесь, конечно, подписаны все, что как использовать. Ну и на всякий случай нарисовано здесь. Ну, я вообще думаю, что это очень круто, что переведено все на русский язык, потому что иначе бы вы просто не поняли, как использовать некоторые из средств и вообще для чего они, если вы, конечно, не умеете читать по-корейски или как тут по-японски. Ну, скорее всего, корейский, потому что все масочки сделаны в Корее. Следующее, что у нас здесь есть, это маска очередная для ручек. Здесь, по-моему, 4 для ручек, 4 для ножек. А, здесь 3 для ручек и 3 для ножек. Это маска-перчатки для рук, содержит керамиды, масло ши, кератинами, аминокислоты, экстракты лекарственных растений. Маска ухаживает за кожей рук, делает кожу нежной, мягкой, убирает сухость, шелушение и предотвращает трещинки на руках. Буду с удовольствием пользоваться. Следующее, больше всего мне приглянулось и понравилось по своему дизайну и просто, это вот такая маска. Патчи для ухода за ногтями и кутикулы. Очень классно, первый раз вообще встречаю такие. Здесь, наверное, 10 пальчиков. И я так поняла, здесь два кармашка, в одном пальчике, в другом, видимо, что-то другое. Давайте посмотрим. Это патчи для ухода за ногтями и кутикулы, активно увлажняют пальцы и ногти, хорошо убирают желтизну и окрашенность ногтей, появившуюся из-за частого применения лака. Ну, я не часто применяю лак, но все равно маска пригодится. Помогает укрепить слабые слоящиеся ногти. Отличное средство, потому что у меня ногти периодически слоятся. То проходит отслоение, то опять начинается. Отличное соцсредство. Эти малыши незаменимы, когда нужно быстро привести ногти в порядок, а на серьезный маникюр нет времени. Так, давайте дальше. Дальше это масочка, которая похожа, только что я вам показывала, для рук, это уже для ног. Увлажняющая маска-носочки для ног содержит масло ши, экстракт алоэ, чайного дерева, а также мочевину, которая обеспечивает мягкость кожи и предохраняет от трещин. Благодаря этим компонентам кожа становится гладкой, нежной. Буду пробовать. Тоже очень нравятся носочки. Правда, я их, по-моему, один раз всего использовала. Следующая маска, которая называется Golden Food Ka.
Я вам не говорила название, ну потому что я читаю по-английски очень плохо. Смягчающая масочка носочки для ног содержит очень высокую консистенцию улиточного секрета. Это мукуса. Помните, у меня для лица что-то подобное было. Поэтому эффект от нее весьма впечатляющий. Буквально после первого применения маска убирает сухость, шелушение, залечивает трещинки на пяточках. У меня трещинок нет, но все равно буду пользоваться. Я все использую, все-все-все до последней капельки, еще и не один раз. И последняя маска — это Миша Home Aesthetic Paraffin Food. Активные компоненты парафиновой маски питают, увлажняют, тонизируют, снимают усталость. При нагревании парафин способствует лучшему проникновению увлажняющих и питательных веществ в кожу. В составе маски растительные экстракты имбиря и лимона. Очень интересный состав, имбирь и лимон. Ну и как бонус здесь шли 4 средства. Был очень хорошо упакован крем для ручек. Он, я его даже не открывала, если честно, ждала, пока запишу для вас это видео. Он, во-первых, очень такой яркий, красивый. Я его буду теперь носить с собой вместо своих других кремов. Здесь все зафольгировано на носике. Крем приятно пахнет, чем-то, мне кажется, цветочным. Итак, идеальный крем для офиса, очень быстро впитывается. В составе крема ослиное молоко, экстракт диких ягод, точно ягодками пахнет. Ослиное молоко содержит жирные кислоты омега-3 и омега-6. Его протеины ускоряют обмен веществ. Натуральные экстракты диких ягод богаты витамином С. Эффективно восстанавливают структуру кожи, повышая ее упругость и эластичность. Буду с удовольствием пробовать. Впервые вообще вижу такую косметику Secret K. Если вы пробовали, напишите в комментариях. От Тони Моли нам подготовили гель и молочный тоник. Я не буду коверкать название, потому что они действительно очень сложные для меня. Это нежный гель, который деликатно очищает кожу. Вот это очищающий гель, а вот это мягкий тоник. Они увлажняют кожу после душа. Молочные белки способны не только интенсивно питать кожу, но и повышать эластичность тканей за счет богатого комплекса минералов и полезных веществ. Тоже впервые пробую что-то от Тони Моли, по-моему, я... А, нет, у меня еще гель есть. Алоэ от Тони Моли, который я так и не использовала. Ну и последняя вот такая красота. Мне она приглянулась больше всего, потому что здесь такая интересная наклеечка. Это питательная эссенция для тела, содержит экстракт меда и масло ши. Имеет нежирную гелевую текстуру, эссенция содержит в своем составе множество микроэлементов, восстанавливает обменные процессы, активизирует регенерацию клеток, прекрасно увлажняет и подтягивает кожу. Ну и на этом содержимое моей коробочки подходит к концу. Посмотрите, сколько приятностей я получила, а сколько я удовольствия испытаю, когда буду их пробовать на себе и обязательно рассказывать вам в будущем в видео о пустых баночках. Либо подписывайтесь на меня в Инстаграм. В Инстаграме я буду постить фоточки, когда я буду использовать каждую из этих масочек, потому что я думаю, вам будет интересно посмотреть и сделать вывод. И для себя, может, вы что-то выберете, какую-то маску, и обязательно свяжетесь, и, может, закажете себе отдельные масочки, а может, закажете целую коробку таких масок и либо каких-то подобных. Если вам понравилось данное видео, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше интересных видео. И я вам желаю хорошего настроения. Чаще улыбайтесь. Я вас сильно-сильно люблю. И всем пока!